Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sniper Elite 3. Будем сейчас мы его проходить, продолжать проходить. Давайте сейчас сразу же начнем следующую миссию. Проект Эпидемия. Слушаем. Это то, что данные в Оазисе упоминали о таинственном задании Валена в Африке. Я должен был найти ответы, а получил еще больше вопросов. Мое задание — выяснить, что известно агенту. Заполнить пробелы. Проблема в том, что его держат под замком в крепости на севере. И единственный путь туда — через перевал Халфая. Я еду с пустынным отрядом дальнего действия. Но немцы окопались с флаками 88 и тяжелой техникой. Ну прекращай же болтать, тварюга. Я избавлюсь от орудий и помогу отряду прорваться. Да, мы поможем, сейчас. Перевал хорошо охраняется. Всем задницы-то надерем со снайперки, танки позрываем со снайперки. Мне нужно обезопасить тыл и взять с собой пару мин для быстрого отхода. Ну да, понятно. Полагаю, перевал не зря назвали тропой дьявола. Ну чё, давайте, попёрли. Новый предмет, какой нафиг новый предмет? Кладка. Кладки, изменить, новый предмет. Ой. О, мы открыли новую снайперку, Каркану. Ну, я не вижу смысла ее брать, отдача хреновая, колебания прицела хреновая. Давайте все-таки возьмем винтовку Мосина. Я не знаю почему, но я хочу ее взять. Давайте возьмем. Что мы тут можем? Настройка винтовки. Ух, мы уже все можем изменить. Она уже полностью открыта. А почему? Это просто винтовка, наверное, дополнительная какая-то. А если мы возьмем вот эту, обычную, настройки винтовки? Она нет, тут еще нифига нету. Так что давайте мы с ней будем, а если мы возьмем сразу все дополнительно, то это как-то уже неинтересно будет, когда у нас винтовка уже на максимуме будет. Поэтому, ребята, давайте-ка мы возьмем вот эту, фугас. С помощью мины можно устроить ловушку на узкой тропинке. Возьмем динамит. Граната, бинт, аптечка. Отлично. Так, ну что, давайте пойдем начать игру. Витория, допула Витория. Что там было написано? Ух, капут, спайдермен, спайдер-снайпер, снайпер-спайдер. О, там уже немец сидит, или кто это там? Нет, походу. Или да. Походу, да. Только это, если там... Да. Там сидит немец, походу. Но это немного тупо, так как... Вот тут, в этом, снизу проезжают вот, армии вот этих британцев, да? А немцы вот тут на горе сидят и даже не слышат, что там кто-то проезжает. Это немного тупо, так как, если так считать, то в войне за своей территорией везде все следят, да. А вот тут снизу проезжает армия британцев, а немцы хрен их видят. Или тут нету немцев. Походу, тут еще нету немцев, они будут там немного подальше, по идее. Но как бы они и так должны охранять всю свою территорию вокруг. Вот, нам нужно туда, да? Оу. Оу, да, вот они уже там сидят. Давайте-ка мы лучше вот так пойдем, чтобы нас не было слышно. Тут кто-то есть? По идее, нет. Вот там кто-то ходит, вижу на карте. Не ходит, а вот. Снайп... Хедшот, зараза. Вот там еще один идет. И вот тут еще один пасет. Да? Отлично. Значит, мы их сейчас всех убьем. Так. Ну что, давай, иди сюда. Да что ты... Вот, да, дальность, конечно, тут не очень такая большая, как я вижу, если оно вот так разлетается, по идее. А ну, попадем отсюда. Ну не, ну в принципе попали. Ну ладно, это когда как, наверное.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нет, отсюда мы не попадем. Так, там же даже и не нарисовано тот значок, что красным, то, что мы попадем. Поэтому даже не нужно. Так, ну что, нет, нам же не сюда нужно. А вот сюда, по идее. Только вот сюда еще пробраться нужно. Там зараза сидит. И нас вообще не видно, ни капельки нас не видно. А чё нам опыт не дали? У нас же уже 4-й уровень, чё-то опыт сейчас не дали. Хрен его знает, давайте сейчас его обыщем. Так, сейчас нам куда? Туда, да? Главное, чтобы немцев не было, а то мы сейчас бежим так. Воспользуйтесь цифровыми клавишами, чтобы быстро выбрать предмет. Круглым. Так. 1, 2, 3. Ага. Главная задача — найти 88. Уничтожь ты. Уничтожь. Уй, уй, ты. Так, нас уже запалили. Что нам уничтожить нужно? Артиллерию, да? Вот туда нам нужно. Отлично. Вот туда и вот туда. Так, это самое ближе, значит, побежим-ка мы вот туда. Давайте пробежимся. Нас там запалили, мне показалось. Фиг его знает. Так, тут кто-то есть. Вот тут кто-то есть на втором этаже, да? Нужно-ка его убить. Запалили. Запалили, твою мать. Запалили. И сейчас палят со всех сторон. Вот, на тебе, зараза. Куда мы его? Отлично. Прямо в голову. Ну, это просто тут еще нужно рассчитывать немного траекторию пули. В принципе, как немного. Тут только это и нужно делать. Еще. Ну, я буду пропускать иногда вот эти ролики, когда ты стреляешь, потому что это действительно иногда очень долго. Так, хедшотики полетели. Где еще кто-то? Так, ну... В принципе, я так и знал, что ты туда лезешь, засранец. На тебе, мы снайперы уже такие, что попадаем. Охренеть как. Взаимодействовать. Так, что мы сделали, не знаю. Да чё ты так хреново-то попадаешь? Не, ну ладно, понятно, что это мы так стреляем. Ну все, отлично. Просто действительно нужно немного, нужно рассчитывать траекторию. Которую, если честно, иногда очень сложно рассчитать, потому что еще не привык к этой игре. Так. Воу, 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 нас уже палят. Так, тебя.
тебя. Кто? 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 Тебя? Воу! 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 Откуда? А, убьют! Нет, не убили. Почти что убили. Да, действительно, это нужно быть немного поаккуратней. И все, нас убили. Нет, не убили. Да твою ж, сколько вас там? Да чё я стрелял, твою ж... Ладно, сейчас мы опять вас всех тут перевалим. Если честно, сейчас мы вас всех перевалим. Я не знаю, скрытно мы вас будем валить или нет. Зараза, тварюга. На тебе, если вы такие умные, что так сразу нападаете. Ладно, мы вас тоже будем валить. Так, ну чё, давайте сейчас быстренько пробежимся вот так. Пока что нас еще не запалили. Если не запалили, то сейчас мы их... Мы их просто-напросто перевалим тут всех. Тебе, зараза? Кто тут еще есть? Там кто-то наверху, да? Это что такое? Гранаты всякие. Он замаскирует мой выстрел. Кто замаскирует? Так, нужно бы вот этого убить. Твою мать, еще и спалились. Ну и куда он потопал? Нет, этого нужно убить 100%. Этого нужно убить и сейчас залезть туда наверх и всех сверху расстрелять, да и все. Так будет проще, мне кажется. Ну чё, не, ну я понял, с этой пушки нужно. Так, нас не запалили, потому что вот эта штука стреляет, да? Понятно. Так. Отлично. Ну чё, давайте. Давайте. Стреляйте. Ну, ребята. Отлично. Сейчас еще бы вот этого. Откуда? И вот сейчас откуда у нас будут палить? По идее, там еще куча. По идее, там еще куча немцев. Вот один. Вот, отлично. И по идее все. Там уже больше никого нету. Ху! Да, все там написано, что все чисто. Офигенно, мы их раскидали, ребята. Просто-напросто пум-пум-пум, пам-пам, клац-клац, и все, никого нету. Так, тут, о, есть что-то. Да, это можно поднять. Давайте-ка мы потопаем дальше. И уничтожим вот эту штуку. Только как ее уничтожить, я не представляю. Что там нужно? Как ее уничтожить, ребята? Вот это я еще, если честно, до сих пор не очень понял.
Растяжка на узкой тропинке. Нет. Ну ладно, мы это сейчас выстрелим, понятно. Услышан звук. Понятно, услышан звук. Мы тут не знаю, сколько штуки взорвали, да? Но вот то, что хреново. Но это не все. Конечно, не все. У нас... Чё это там? У нас сейчас динамита-то нету. И куда нам сейчас идти? Куда нам сейчас идти? На же карта есть, действительно. Нам назад нужно... Хотя нет, нам же можно вроде вот сюда пойти. Только как туда пойти? Вроде вот сюда можно, по идее. Если... Хотя нет, вроде нет. Нет, нам нужно вот в ту сторону, только вот в ту сторону, хрен его знает, как туда дойти. Так, сейчас. Так, сейчас вот сюда мы пришли, куда нам сейчас идти? Там чувак палит в окно. Вот так. Выстрел в голову, и нам нужно... Ух ты, сколько нам еще бежать нужно, по идее. Если так думать, то нам сейчас сюда нужно, да? О, чувак. Отлично. И нам, в принципе... а вот сейчас куда? Нам спускаться нужно. Ух ты, паркур! И нам бы динамит получше бы было. Так, тут по идее где-то чел сейчас должен быть. Нам нужно отсюда нафиг спуститься. Это все обойти, вернуться. Все чисто, так. Запалили нас тут, запалили. Нет, еще не попадем туда. Вот так. И вот там еще чувак наверху стоит. Если мы так быстренько сейчас пробежим, то я думаю, никто нет и не увидит. Так, что тут? Граната. Нам бы, конечно, лучше динамита. Так, сейчас нам куда бежать, я, если честно, не догоняю. Ну, по идее... Давайте-ка мы налево побежим, что ли. Так, тут чувачина, чувачина, которого нужно тихосенько убить. Вот тебя. Там еще один где-то. На карте же вижу. Тебя. И там еще один есть, вот он. И тебя. Так, сейчас куда нам по карте? Ну давайте, фиг его знает, давайте. Сейчас. Дайте я посмотрю, ребята. Ну давайте сюда пойдем, посмотрим, что там. Хедшотик, хедшотик, чуваку, хедшотик, хедшотик. Не убили. Вот зато сейчас убили. Чувак чуть нас не запалил. Сейчас, ну просто куда нам идти? Вот тут есть эта штука, но... Давайте сейчас пойдем туда, посмотрим, что там. Есть... Не могу идти дальше. Нужно стрелять с этой стороны каньона. Ага. Понятно, ну... Как мне сюда забраться? Снайперская позиция где-то вот тут, по идее.
чуть-чуть дальше. Воу, кто нас заметил? Вот там снайперская позиция, твою ж мать. Вот сейчас уже понятно. Вот сейчас уже понятно. Так, кто еще? Вот снайперская позиция вот там. И, в принципе, нам сюда и нужно. Ну и кто тут? Что тут? Что-то я не понял. Давайте сюда быстренько, быстренько, пока нас не заметили. Все, все, мы убежали. Нужно стрелять с этой стороны. Я понимаю, но как нам обнаружить снайперская позиция? Понятно, но как нам туда залезть? Точнее, куда нам стрелять? Вот туда. Так. И что, и куда нам нужно попасть? И куда нам нужно попасть? Уничтожить. Я прекрасно понимаю, но куда нам попасть? Сейчас. Если мы туда стрельнем. Ладно, это мы взорвем, допустим, да? Ну как нам вот туда попасть, вот в эту штуку? Я чуть не догоняю, ребята. Кто знает? Ух, вот этот выстрел вообще охрененный. То есть я попал чуваку в голову и взорвал вот это? Или нам просто с этого нужно туда стрелять? По идее. И кто будет валить? Там кто-то есть? Нету. Тут кто-то есть? Тоже нету. Всех сорвали, взорвали. По идее уже никого нету. Так, как нам забраться на вторую снайперскую позицию? Как бы там есть еще одна штука, которую нужно взорвать. И куда нам бежать? Нам нужно бежать прямо вот туда, по идее. Прямо вот туда. Ну что, побежали, ребятка? Сейчас тут еще кто-то есть. Ну что-то я никого не вижу. Вот туда побежали. И где наша... Где вообще тут снайперская позиция? Походу, вот эта вышка, да? У нас почти пятый уровень. По идее, да, вот эта вышка. Тут нет, есть тут все-таки кто-то вот там. Я туда... должен узнать, откуда я передаю. Перерезчик коммуникации. И как я это сделаю, и вообще где я это сделаю? А, это побочное задание. Это побочное задание, но по идее это где-то вот тут. Хрен его знает. А, нет, это вот там. Устроить диверсию. Объявление заглушен выстрел. Ух ты. Каркана. Сейчас. Да давайте я только посмотрю, ребята. Чет за пушка. И какой у нее... Нет, у нее колебания просто нереальные, ребята. Так играть тоже очень сложно. А вот в этой...
Намного меньше, просто намного меньше. Фу, ну чё, давайте. Нет, это... А куда нам вообще стрелять? Ага, значит, туда нужно бежать всё-таки. Ну, по идее, да. Ну чё, давайте этих убьём. Этого убили. Сейчас вот этого нужно. Бам! Отлично, еще кто-то. Вот тебя сейчас. Вот там динамит. Там динамит, нужно туда пойти. И сразу же поднять. Ладно, запалили нас, так запалили, пофиг. А, вы были повышены в звании. Так, ну что, давайте выпрыгивающая мина. Ладно, запалили, так запалили. Это мы не можем использовать. Стач. Откуда? Да... Да твою ж. Тебе? Там еще кто-то, я видел. Тебе. И можно спускаться. Нет, еще нет. Там еще кто-то есть. Ну давайте, может нам... Может мы сейчас перепрыгнем сюда быстренько, в этот домик и... А как сюда залезть? А как нам залезть вот сюда? Отлично. Вот как. И у нас есть один динамит, отлично. Фу, ну чё, потопали туда, на ту точку, где они там. И куда нам вообще идти? Пойди куда-то вот сюда. Еще чувак тут где-то. Чё-то он там хочет. Ладно, пока он сюда не приблизился, давайте-ка валим отсюда. Пойди куда-то сюда, хрен его знает. Так мы тут уже были, по идее. Или нет? О, вот тут нам можно что-то уничтожить. Так, это... Как тут можно это уничтожить? По идее можно. Ну чё, вы там стреляете? Ну туда же стрелять, я... Так, ладно. И чё это даст нам, если мы туда будем стрелять? Ладно, не будем мы тратить патроны. Но по идее... О, это ещё откуда? Но
Но по идее, если мы вот это взорвем, то это дополнительное задание. Ну ладно, не будем это париться, ребята. Нам нужно туда быстренько добежать, да и все. И не париться вот с этим. Так, сейчас нам налево. Давайте-ка мы туда быстренько добежим. Там еще есть кто-то? Убили. И вот сейчас нам сюда, ребята. Не, ну в принципе прикольная такая игра, мне действительно она очень нравится. Очень такая, в принципе. Ладно, не будем мы их стрелять, нафига, если они нас не видят. Ну они походу туда бежат, да, но все же, если они нас не видят, то нахрена мы туда будем стрелять. Давайте-ка мы лучше вот этих вот тут. О, там уже стреляют. Этих мы лучше вот так шустренько убьем, да и все. Этого не убьем, нужно ближе. А вот сейчас убили. Отлично. Все, по идее тут больше никого. Ладно. Ладно. Выстрелы за голову. Ребята, там труп валяется перед вами, а вы что-то тупите. Да я в курсе, что патроны кончаются, а что ты хочешь? Во, уже больше. Отлично. А сейчас что? Куда нам стрелять? Мы же туда тоже перейти вроде уже не можем, по идее. Так, разведка. Ну, давайте попробуем. А как нам вот... И... ладно. Так. Что нам сейчас сделать? Куда нам попадать? Понятно. Понятно. То есть тут еще... Чё ты... О, сейчас у нас опять палить будут. Так, давайте вылечимся. Кто у нас там еще палит? Зараза. Вот там кто-то сидит, но я его не вижу. Давайте-ка мы валим отсюда, да и все. Чем мы будем там сидеть? Нас там обстреливают. Так, ладно. Ладно, там никого. Ну, как бы есть, да, но... Ну куда ты там стреляешь? Зараза. Фу! Так, куда нам сейчас идти, вернуться? Ага, значит куда-то нам вот сюда, да, по идее? Между... Можно и тут вроде пройти.
Давайте сейчас попробуем, какой у нас уровень. Только как нам эту заразу убить? Точнее, не убить, а взорвать. Защитные решетки на более мощных турнирах труднее пробить. Выстрелить несколько раз. Нейтрализовать. Да как я это нахрен в жопу нейтрализую? Понятно, там написано выстрелить несколько раз. Но куда? Вот туда? Давайте попробуем. Что ли? Слушай, я понимаю, ты шустрый, но подожди немного. Оу, нас запалил танк. Понятно. Понятно. Только это немного сложно, если честно. Вот это выстрелить туда. Да и хрен мы туда попадем. Нужно как-то его обойти, чтобы он не заметил. Да как он? Откуда? Вот читер. То, что мы за камнем стоим, а он нас заметил. Вот охренеть просто. Так. Опять заметил. Да ты вообще читер. Ты вообще читер, дружок. И опять замечает. Хрен его знает как. Все чисто. Если все чисто, то давайте попробуем. Ага, вот зараза. И сюда на, зараза. Оп, а сейчас валим. Валим. Вот эта миссия просто нереально долгая. Ай, нет, не туда. Сюда. Ай, твою мать. А вот сейчас куда там стрелять, я, если честно, не представляю. Куда там сейчас стрелять? Ну все, что ты хочешь? Так куда там стрелять? Туда что ли? Вверх куда-то? Опять туда? Бам! Зараза! И сюда на, зараза! А, понятно, куда сейчас стрелять. То есть туда нужно очень много раз выстрелить. На, еще раз! Вот сейчас последний выстрел, походу. Да. Охренеть! Ребята, мы... мы танками рубаем... О, какими же танками? Мы вот этими... снайперками рубаем танки. Охренеть просто. Не, ну это, конечно, прикольно вот так, но... В принципе, действительно, это офигенно, ребята. Вот так рубать танки снайперками. Конечно, да, немного сложно, но все же. Это тем и прикольно, что вот так нужно рубать. А да откуда опять нас увидели? Все, валим отсюда. О, нас уже тут ждут друзьяги. Нереально долгая миссия. Я уже не знаю, сколько мы играем, ребята. Ух ты, офигеть, пятый уровень. Офигеть.
Томпсон, выпрыгивающая мина. Офигеть, ребята. Ух, почти шестой сейчас будет. Бонус стрелка. Снайперская позиция. Снайперская позиция. Я говорю, ребята, сейчас почти шестой будет. Так, ну что, ребят, давайте на этом закончим эту миссию, эту серию. В принципе, кому нравится это прохождение, кому нравится эта игра, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.